компании Александр. Здравствуйте. Я представляю вам новый продукт на рынке теплоизоляционных материалов Изовер Профи. Он предназначен специально для утепления скатных крыш. Разработан специально для розничного сегмента, но для профессионального утепления своими руками. Изовер Профи совмещает в себе преимущества как рулонов, так и плит. Мы называем его плиты в рулоне. А какие преимущества есть у этого материала? Прежде всего, его формостабильность и упругость. А при стандартном шаге стропил 600 он встает в конструкцию кровли без дополнительного крепежа в распор. При этом достигается минимальное количество отходов при монтаже теплоизоляции. Кроме всего прочего, этот материал не просто теплоизоляция, это и звукоизоляция в том числе. Какие преимущества есть еще у этого материала? Прежде всего, он сжат в упаковке до 3 раз. С помощью этого вы получаете преимущество при перевозке материала, при его транспортировке на строительной площадке, при его раскрое и перемещении. Также этот материал может быть смонтирован в конструкцию кровли как одним человеком, так и группой людей, 2 или 3 человека. В зависимости от набора людей вы можете раскатать весь рулон и поставить полностью конструкцию стропил, либо нарезать его на отдельные плиты, допустим, длиной 1 метр, и ставить материал прямо в конструкцию в одиночку. Для этого не требуется помощник. В любом случае, он плотно встает в каркас, заполняя собой все пространство без щелей и зазоров. С помощью чего достигается оптимальная теплозвукоизоляция, сделанная своими руками на частном объекте. Так, буквально еще пару слов о вашем продукте Изовер на ветеринарном фасаде. Про фасад? Помимо всего прочего, продукция Изовер применяется также в конструкциях навесных вентилируемых фасадов, как в однослойном решении, так и в двухслойном решении. Помимо этого, у нас есть продукты для утепления штукатурного фасада, Изовер штукатурный фасад, предназначен для утепления штукатурных фасадов с тонким штукатурным слоем. И хочу подчеркнуть, что это единственный продукт на основе стекловолокна на российском рынке для подобного применения. Изовер штукатурный фасад. А если я спрошу, вот у вас в макете есть 2 слоя, это двухслойный фасад? Да, совершенно правильно вы заметили, что здесь представлены 2 слоя. Соответственно, это 2 слоя системы утепления. Что интересно, то, что мы представляем здесь утепление, состоящее из 2 слоев. 1 слой внутренний сделан из материала изовер на основе стекловолокна, а внешний слой сделан из материала лайнрок на основе базальтового волокна. Это комбинированное решение стекло плюс базальт. То есть приобретение завода лайнрок позволило направлению изовер в России выйти на новый для строительства. Вы очень правильно находите правильные решения и правильные слова для описания нашей политики в этой стране. Мы подходим широко, мы говорим открыто и представляем все возможные решения для наших клиентов.